Фирма GIG предоставила спортивный инвентарь, спортивную экипировку для файтеров, занимающихся кикбоксингом. Как любителей, так и профессионалов. Фойе идет распродажа. Продолжение следует...
И результат боя, на деле супер фазер матча, Олег Сибор, город Москва. Дорогие друзья, ну, вы видели все, что здесь произошло. Поединок протекал и закончился в шестом раунде, досрочно. И мне приятно поздравить болгарского спортсмена с названием чемпиона мира по футболу среди профессионалов. Он одержал в этом бою победу нокаутом. Что ж, мы проводим церемониал награждения чемпиона мира и приглашаем в ринг господина Янева, господина Зиборова и прошу флаг России внести. Прошу всех встать. Флаг России относится к Российской Федерации. Мы приветствуем наш флаг Российской Федерации Аплодисменты. И просим внести пояс чемпиона мира, который будет вручен сейчас спортсмену из Болгарии. Лена внесла пояс чемпиона, и мы сейчас его вручим. Учить его господин Зибор и просил я, и под ваши аплодисменты. Еще раз напоминаю о том, что победу на правом обещал Сталин Вичев, Болгария Ивановна. В шестом раунде мы приглашаем его среди ринга, поздравляем с победой и просим Васильянова и господина Зиборова одеть пояс чемпиона мира среди профессионалов по весу свечи Международного союза кикбоксинга и карате. И под ваши аплодисменты надевается пояс чемпиона болгарскому спортсмену. Мы поздравляем его с победой. И я думаю, Олег Зиборов, несколько слов скажу в адрес чемпиона. Ну что ж, действительно, как сказано, вот выигрывает дружбу, победил данный бой сильнейший. Сережа показал великолепный результат, он был очень близок к победе, тоже к отточной победе. Мы сами видели, как это все проходило. Но, конечно, каждый встречу действительно великолепный боец, он сумел оставить после очень тяжелого удара, который поставил его на грани поражения. Сумел потом выровнять борьбу, вы это видели, сумел добиться победы. Действительно, настоящий достойный чемпион мира, который должен быть профессионалом.